Да, наши деды говорят так, наши отцы, что среди чеченцев есть джигиты. Отдельные джигиты, они хорошие ребята, но по своей ну, и силе, и ума, и по всем качествам есть джигиты, которые только нужны семье. И им нужна семья только. Все. У них других забот никаких нет. Но есть джигиты, которые нужны силу. Вот он может всегда за село постоять, ответить за село. Но есть джигиты у нас еще, говорят, которые нужны всей стране, всему народу, понимаешь? Вот такие у нас ребята, да? Их, правда, не так много. Но из таких один вот этого, Нухаев Хожа Ахмед, я так считаю. Папаха – это у нас отцовский, даже предотцовский, да, форма. Сейчас вот люди без головной убора ходят. Ну, мы, конечно, стараемся, чтобы люди поняли отцовские и трагедии своего, оставшие след старинный, чтобы они взяли обратно. Мой форм другой, да? Какой день? Какой? А, ну, они такие носили, такие носили. Но шейх Мансур, пред мой дедушка, шейх Мансур, когда был в войне, смотри, там одетый, был такой в форме. Я поэтому одеваю его. Это считается дедушка. Зимняя форма? 250 лет тому назад, 240 лет тому назад. Он одел, когда он был в войне, это не такой войны был, он не стрелял. Он землям воевал. Когда он земля кинул, 15 километров огонь делал. У него ружья не было. Был там какой-то, там в армии был у них, но у него в руках не ружье был, а был земля. Вот такие дела. Ну,
ديرس ان بيوت الله اذا كرس دول شول تك بسر بتكخلي المداس اشتي حون دال يال يال لحون حون دال يال سو 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 حم عرح يجب تشوى Yeah, I'm preparing a fax to London, so I will call you tomorrow and I will tell you what is the next stage. Okay? Thank you, so all the best. The best regards to you from His Excellency Mr. Nuhayev. Thank you. Bye. On получил факс от Пола Хоэла из Лондона, где Пол Хоэл объясняет, что они заинтересованы выступить в роли спонсора, что получили от него копию нашего контракта, который заключен был в Кранч-Монтана. И что сейчас они требуют от меня, чтобы я им уже на бумаге предложил всю схему финансирования. Как ты понял, ты видел свою главную ошибку? Здесь? Главная твоя ошибка в чем? Сейчас попал в такое положение. Ну что, здесь же никакой ошибки я не сделал. Сказать тебе? Ну. Твоя главная ошибка, что ты сел со мной играть. В Москве я появился в 1974 году. То есть я поступил в Московский государственный университет имени Ломоносова на юридический факультет. Там, наверное, раскрылись глаза
уже на действительность, на советскую действительность. Наверное, перевернулся мир в моем сознании. В общем, я уже был на бунтаре. Я предлагал, я говорил, что при такой системе, при системе государственной мафии, коммунистической мафии, что борьба против мафии только может быть такой же созданный организм. Ну, необходимость была сразу. Нужны были и деньги, были серьезные трудности. Нужно было подтягивать и чеченцев в Москву, чтобы все же нужны были, наверное, создавать команду. Нужно было. В общем, вот так мы и начали эту работу. И это привело к тому, что уже работа, которую стал я проводить по своей линии в Москве, в конечном итоге ее и средства массовой информации России преподнесли всему миру, что это есть мафия, именно национальная чеченская мафия. Сначала ее называли община, потом уже мафия, в общем, по-разному. И нас, естественно, преподносили всему миру, что мы настолько звери, настолько жестокие волки, и что нас обязательно надо уничтожать. Ну, вот так, наверное, создалась, если говорить языком в России, чеченская мафия. Да, не, я просто заметил это уже, что третий раз подряд. Аднан говорит, что завтра, то что он постарается это сделать, чтобы Элизабет Тейлор была. И еще не гарантировано, что будет эта встреча с Элизабет Тейлор в ее комнате. You are here tonight because you are the best and the brightest, because you understand. As we stand together in the historic city of Istanbul, the symbolic meeting point of the East and the West, we are shining the first bright light on the sad light of the impoverished children. Едем российский, дагестанский, пересекаем сейчас, заедем в чеченскую границу. Мы теперь на стороне Чеченстана. Аллаху. Вот эти российские стоят солдаты и милиция российская.
Вот нас встречать приехали. Вот эти, видишь, старик приехал встречать нас. Вот этот, с ним стоит парень охраны нашего Арсенова. Вот это. Салам алейкум. Встречать. Но еще не обставил, литературу сюда не перенес. Пока здесь есть портрет Жахара. Смотрите, Жахар молодости. Молодой Жахар. Вот. Это молодая Алла, жена Жахара. Ну, пока. В общем, на одном месте я не сижу. Подлежащий камень вода не течет. Поэтому я редко бываю дома. Вот. Все ведутся работы. По концепции, то есть по как раз. Готовится концепция строительства
нашего чеченского государства. То есть работа сейчас проводится, но это как идея, она у меня уже созрела давно, а чтобы уже как какой-то план, в принципе, в голове этот план у меня есть уже так, в общих чертах. И вот сейчас задачи я уже начал класть вот на бумагу. Теперь надо суметь положить правильно на бумагу. Портрет моего брата. Похож? Со мной было очень мало людей. На всех вместе десяток человек у нас было. Поэтому здесь нужно было конкретно здесь сталкивать не командой, а лидер должен сталкиваться. То есть я должен был с лидером сталкиваться и конкретно ставить борьбу, то есть двух человек. Я и любой из этих лидеров. Каждый, естественно, отдельно. И вот здесь своей личной победой над этим лидером, тем самым я должен был приобретать ту силу. Это мне, скажем, удачно получилось, и, вернее, скажем, удачно все проходило. После этого, ко мне, когда я уже заявил, что кто нуждается в защите, может обращаться ко мне, где я нахожусь, естественно, это быстро распространялось по Москве, потому что многие слышали уже мои столкновения, о моих победах. Естественно, сразу все узнавали, кто это. То есть я как бы как вихрь туда влетел в Москву. Потому что над именно теми личностями, которые уже все знали, я с ними столкнулся, как тоже Атари, как другие воры в законе, скажем, с лидерами Люберецких и с других разных. Баумовских тогда, это как бы, ну, как раз с Баумовскими столкновения, она как бы даже перестала на время свое существование. И поэтому многие приходили за помощью просить, за защитой. А как я создал эту армию, я уже вам рассказывал, на каких принципах она строилась, вот, что они, в принципе, защищали все друг друга, те, которые, скажем, чеченцы, стали работать в партнерстве с теми, кто желал защиты. Скажем, главная цель, она была достигнута. Дальше это, естественно, помогло нашей борьбе за независимость и войне помогло все это. Двигаться дальше. Вот как вы видите, можно на километры просматривается. Нет ни зданий, нет ни домов. А все это было застроено. Это густонаселенный, это был центр. И вот где эта пустота мы видим, здесь находился парламент Чечни.
И вот напротив, слева, где также сейчас пустота, и только остался фундамент, это был президентский дворец, где заседал первый президент Чечни Жохар Дудаев. Жохар – это действительно великий человек. И именно как он мыслил, это доказывает, когда он сказал, захотел сделать часы, которые ходили бы в обратную сторону. Потому что он хотел тем самым, чтобы все мыслили свободно. И когда он сказал, что мы должны такие часы поставить, на минутке, такие высокие, большие, значит, он так сам в азарт ходит, и так ударил по столу рукой и говорит, чечены повернут время вспять. Я как раз уже военные действия начались, и по заданию Дудаева находился в Москве. И я должен был также встретиться и с начальником охраны Ельцина, с Коржаковым, раз уже нет сомнений, что они не решили уже, что будут военные действия. А с места, где сам президентский дворец стоял, видите? Фундамент остался. Я все же решил ехать домой, но уже не удержался там сидеть. Приехал, и как приехал, я сразу попал уже на следующий день, 1 числа я уже попал в президентский дворец. И Маскадов, то есть генеральный штаб тоже здесь находился. И говорят, что российские войска уже вошли в здание парламента. Парламент находился вот напротив, я не знаю, сколько здесь метров, вот 200, наверное, было до парламента. Получилось. Я как раз тогда встаю, я еще сам не понял, где я нахожусь. Потому что я только проснулся. Но я понял, что есть команда, пока не выходят люди. Кто-то не выходит, я подумал, что подумаю, что я тоже здесь стою. Я в первую очередь пошел сразу. Прыгнул, чтобы никто не подумал, что я стою, боюсь, стою. Стыдно было. И я прыгнул, подвернул ногу. И как раз, когда подвернул ногу, вот и автомат в одну сторону улетел, в другую это. Я когда хотел автомат взять, и вот я вижу, сколько прям и пули бьют, потому что целенаправленно идут. Минометные, но ничего меня не попадало. Это было удивительно, действительно удивительно, что ничего не попадает в тебя. И вдруг я ничего начинаю кричать, выходите отсюда. Я почувствовал даже, когда будет выстрел. Я сказал, выходите отсюда. Вот я им сказал, да. Выходите. Вот они оттуда даже не поняли. Я второй раз не успел крикнуть, и попало. А у меня мысль такая была, думаю, скорее всего, меня попадет туда. لا تقل شهيد إنه حي سعيد إنه
Хотамын хит сен сен хит сатан дон батсер. Хади бе ди бе ялы чал хатан дон бу. Хармо Тимур яна Чингис хан яна ве хал дин ди бе шал те хи хизин наду. Ста хотамын вех вех тулм сабелла. Хар дон хил хала кус хил бут он. Хармо Тимур учан хил Чингис хан ул хилна. О патям кен ул хилна багатур ул хан хилла тем хиллаван. Ходжукл ди ходжукл бандор дели пемр усаж ойла шего бандор ше ве тулм бенна. Don bolchan ha we edel dolchan party olchan hazikul bandor shul sibiona usor im adam dikedol iso khong ala lis shul sibiona u ra shul sibiona u magdani dal usor khabarski shurshunski murmunski khilla u tomski omski khilla u har bu zikul bandor shul shul u tqaday shu bekna bu shu bekchi sa bekchi har zikul u dakhyas nats sheikh mansur de shibay u shal ikte interior chmetya chul nu Jukul bandos, jukul jukul tadi che. Ya amtej gay mas malosak. Al jukul tayar tro mas la togello. Jukul der bandos. Temel halay Allah koy. Nasıl işte ha yutuyorsa işte da yakay. İşte sa yakay, da yakay. Duy işte yo yo. Ol halay bu adamlar. İşte letin dıtır. Del beskin bol boyle. Her gece دلیت نزدیکت کوک خن نیست. دستیوتن آیوشیو میت حلقاتشو اشتازیو خر سیتروژیار. هر گزگیش تو اشلور. دهلیت کش بی. تلیت کش هر آوشیم آوش آدم هستی. شش حلقات هر گزیت دو دو بارش کیم نش. موترسان اشته. اشتم فتوق دادی ادویل بار.
Вот здесь это наши старики, наши предки, вот везде вот там. Здесь это тот как раз есть брат моего деда. Ну, всем он давал прозвище. Всем разные прозвища. Вот. И мое прозвище, которое он дал, которым я горжусь, это значит волк, барс по-чеченски. Вот. Ну, когда ругал меня, называл волк без хвоста, бесхвостовый волк. То есть наши старики это великие философы. Здесь похоронена моя бабушка Медней. Это была очень красивая женщина. Они слагались целые легенды. И по сей день многие вот эти старые люди, они рассказывают о ней. Бабушка, она меня очень любила. И она говорила, то есть наш святой Авда, вот где мы город будем строить и чем именем хотим назвать, именем нашего святого, он говорил, так рассказывали наши старики, что именно с наших дворов выйдет хороший человек, должен родиться. Один хороший человек, значит, в чем он хороший, никто не рассказывал, такое он сказал. А бабушка с детства мне говорила, что это будешь ты. Вот. И, правда, я до последнего, до своей смерти она мне говорила, что это ты. Вот. Ну, правда, я ей давал часто подарки делал, чаще, чем другие, может, поэтому говорила. Mazlahitsi Östol şerha Beris Stalin deklaratsu ostihyazinu işte derigin Sovyetski Soyuz masaha nizamdu masu ahta tindu am sametigu juhlo yashik iza nokti chuyu el Sibriya nega sanna waya Sibriya digna wat yoqshi qamak aqisna qoy san wush düzülsü bich gona tiga waya ahsu matal halkhal emet ya yatar buhurdin نقع تسار هماتو جيك إلسيس أطأ ديش خلير ويت أحقا وي مثل إشتي إشتي لير بار نو بيش نشدي عنا تسار ليخل دعوه بار قام خدا تسار وي يه دي عنا تسار دوحلا ويل يخلق 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 أبتشاق وي بنديسكي بتشاق وي بوش يخلق يشي حا يخش يغيل ميسك بيرش يزودي بو بقنش مشكلار بوش وي تسغل لها إشتماي سيبري خدينا تسغل لها وي قام خدا دعوه دا تسار كل تسون ديلي أتساق حا يخش شتور برش خلوه إشت كيدن بوي Она успела два мешка муки взять, или агардар муки дар, вот что она успела. И на этом они там долгое время по соседям все выживали первые месяцы. Дороги очень духна было бард, но армия цвета. Много жертв было. Мам как раз они с папой как-то разлучились. А деца я знаю, выселение получилось. Потом папа ходил, ее долго искал.
Дина, ходиш ти оце, бо сові на цього. Значить, старший Зулай, Рамзан, брат, юх сою, так, Амнатю, так, Хож Ахмед. Ну как, после депортации, с чеченцем каждый день, наверное, приходилось утверждаться в Чечне, в Грозном, потому что их дома были заняты русскими и другими национальностями. У себя же дома надо было утверждаться, что они есть хозяева. И, может быть, даже неосознанно многие делалось неосознанно. Вот как какая-то потребность была. Я помню школьные годы еще старших классов, когда улица Августовская у нас, это была самая такая, скажем, модная, и там в этих домах жили, ну, вся, скажем, элита, вся эта коммунистическая перхоть там жила. И также все, скажем, продажные, уже такие обрусевшие русские там как-то жили. И вот и что-то национальное даже, они брали, здоровались как-то, надсмеивались как бы. Русские это принимали, а чеченцы, которые там жили, они как бы надсмеивались. То есть самоуважения не было. Как чеченцы, чтобы свои же обычаи, традиции как бы насмеивались. И вот внутренняя потребность была их всех заставить, показать, что они есть ничтожество, и их размазать. И вот я каждый день туда приходил, дрался, по всей этой улице дрался, до тех пор, пока я когда проходил, чтобы вся улица, я проходил, мне вставали. Я добился до того, чтобы они все мне вставали. Вот этот момент был. И кто не вставал, я их бил. Хозь Ахмед, он был человеком, который организовал всю заграничную работу вот перед моим бытность президентом. Да. Впервые с политикой я соприкоснулся, конечно, как литератор. Это мы в конце 70-х годов создали литобъединение «Прометей», «Парват» по-чеченски. И областной комитет партии, КГБ, они тайно начали работать против чеченских литераторов, молодых литераторов, которые создали это литературное объединение. Обычно мы всегда, чеченцы, очень сплоченные бывали, особенно наше поколение, которые в Сибири родились. Мы всегда контакт поддерживаем между собой, всегда там. И однажды я оттуда выписал из одной, по-моему, энциклопедическом справочнике или какой-то книге вычитал, что это было в самом начале нашей учебы в Москве, вычитал, что против во время покорения Чечни, завоевания Чечни русскими войсками, против 300-тысячной русской, что на против Северного Кавказа была брошена 300-тысячная русская армия.
что вот нас, что против такой огромной армии сражалось только несколько десятков тысяч, как там было написано, горцев. Аллах велик. И когда я пришел, поделился, некоторые меня на смех подняли. Наши чеченцы. Потому что это уже были другие чеченцы, которые были воспитаны в советской школе и внушали, что там чуть ли мы все время, что мы там ни на что не способны. И у нас особенно, вот, что там советская, русская армия всегда побеждала, что все чуть ли там перед ним не ржали, чуть ли на колени не поползли туда, в России. У нас вот так воспитывали чеченцев, там, не русские народы, всех воспитывали. У нас, вот, видимо, вот эти чеченцы, которые меня на смех подняли, видимо, были под влиянием вот этих рассказов русской истории. На смех подняли, вот, а он, Khozh Ahmed, лежал на кровати. Он так лежит, вот так вот лежит, я помню. Почему я помню? Потому что другие смеялись надо мной, на смех подняли. А этот, он говорит, вот повернулся, говорит, а почему, вот, говорит, вы смеетесь, говорит, а почему вы считаете, что это невозможно было бы? Я наоборот считаю, говорит, что там цифры некоторые заниженные. Наши цифры завышены, а их цифры занижены, говорит. Что такое там 300 тысяч, говорит? Вот так он поддержку, моральную поддержку оказал мне. Вот единственный человек. Я должна быть там свободно, независимо. То есть вот единственный человек, который поддержал, который понял меня. Вот среди этих у нас тогда вот началась дружба в это время. Потом, конечно, мы там уже, чем дальше, тем больше уже, не только там уже историю изучали, там планы строили, как вот освободиться от русских, где что делать, как делать, это в дальнейшем было. Вот началось все вот с этого эпизода. Вот. Перестроечная политика Горбачева мне уже тогда надоела, и я, когда они сказали... Я сказал, так немножко скептически отнесся, если какие возможности. Он сказал, что у нас будет газета, есть возможности, и будет финансирование газеты. Финансирование газеты, вот он сидел. И тогда по предложению их, по предложению, Khozh Ahmed был назначен заведующим комитетом безопасности, ну, отдел безопасности, там, структурой безопасности партии. И, конечно, там же финансирование, все вместе было. Но его через несколько дней в Москве взяли. И где-то получился перерыв, где-то... Недолго. До начала 91-го года. А, это... До конца 1-го, 91-го. 91-го, ноябре, по-моему. Да, до конца 91-го года. Где-то с середины мая 90-го года до конца 91-го года. Потом он опять после освобождения... Его освобождение сильно помог Захар. После освобождения он опять с нами. То есть мы вместе. Вот сегодня вот здесь мы вместе. Вот, да. Вот с того момента мы вместе пришли к этому столу. Совет Пачалки его добыли в Новхи. Лил дискус
У него постоянно стояла задача заработать деньги, он видел, что может вагоны разгружать. Или... То есть человек он немного оторван как бы от земли. Он больше все время занимался библиотекой и так это себя серьезно загружал. Это, то есть, скажем, то есть жизнью информации. То есть это ходячая энциклопедия. Поэтому, наверное, немного у него во времени, может быть, смещение, когда мы говорили о разгрузке вагонов, это было на самом начальном этапе, когда я тоже мог в это верить. То есть в начале. Но когда уже задумался, я понял, что чтобы задержать организацию и чтобы серьезно что-то делать, то нужны и серьезные деньги. Ну, тогда это было сложнее, скажем, чем сейчас, но это переступает закон, конечно. Контрабандой называлась, то есть в законах СССР. Этой контрабандой занимался. То есть, скажем, приходилось так, что и некоторых коммунистов, которые больно, скажем, на крови людской обогатились, они тоже разгружались. Вот их разгружал я, да, это было. А не вагоны разгружал. Я мог поезда разгружать, а не вагоны. Ну, в прямом смысле. Oil boom in Chechnya and Azerbaijan 100 years ago, exactly 100 years ago, was a source of vast fortunes of the noble family and also a vast increase in the fortune of the Rothschild family. Both of them were the pioneers of Azerbaijani oil industry as well as of the Chechen oil industry. When the Bolshevik Revolution started, they of course left Chechnya, but on leaving the Chechen railway station, they waved to the Chechen partners at host saying, "Don't worry, we will be back." And now 100 years pass and they are back. In 1994, the international consortium of 11 international oil companies was formed in Azerbaijan to extract oil, both in the Caspian Sea and onshore. At the same time, there was only one pipeline connecting those oil fields to the world markets.
It was a pipeline going from Baku through Chechnya, Grozny, to the Russian port of Novorossiysk in the Black Sea. So whoever would control that pipeline route would, as a matter of fact, control the flow of oil from these biggest reserves to the world market. And in 1994, Russia believed it would be sufficient to deploy one unit and to control, to take over Chechnya, and with the takeover of Chechnya, to take control of the pipeline routes. But the war broke out, and instead of a few days, it took 2 years, and it ended up not with the Russian victory, but with the Russian defeat. After the war, Khozh Ahmed Noukhaev, he created, namely in Baku, his operating headquarters for Caucasus Common Market Company. And it is from here that he presented the concept of the development of the whole system of pipelines linking Caspian Sea through the northern Caucasus and Chechnya, and then Ukraine, Poland, to through Germany to Western Europe. And he called this pipeline the pipeline of peace. At one of the recent press conferences, Mr. Nuhayev said that it is possible to build a pipeline around Chechnya, but not around the Chechens. And if you have such pipeline built around Chechnya, and at the same time, if Russia continues its conflict with the Chechens, certainly it is obvious for everybody that those pipelines will not be safe. Морально расслабиться. Больше запечатлелось в моей памяти из моей тюремной жизни. И третий срок, что, наверное, запомнилось, лагерь Комсомольский на Амуре. Да вообще и российские все лагеря. И вот по этапам, меня очень долго везли по этапу. Этап запомнился. Как по этому этапу все время у меня была задача у, скажем, у органов, чтобы меня сломить или убить.
То есть столкновение с ворами, в законе. То есть было поставлено на это все. Естественно, очень напряжение все это время было. И в самом лагере, в лагерях, там, где уже в этом режиме, то, что я видел, действительно, ракетики уже, которые могли большими бочками есть эту кашу, которую, наверное, скотина не будет есть. И все эти кости, которые в грязной машине привозились, и варился бульон, там все подряд, там и кости, там говяжьи, свиные, все подряд. Естественно, мусульманин это не может есть, и тем более, как это привозилось грязно. После того, как это все вываривалось, это выбрасывалось. Выбрасывалось за, там, на территории же зоны. И уже этим вторичным, уже какой там десятилетичным, наверное, продуктом питались вот эти рахидики. Самые, которые их называли в зоне чертями. Вот эти черти садились и разбивали на участки и копались. Это надо было видеть. Это вот такими животами, вот такие ножки худые. И вот начинали они копаться в этой грязи. Вот это мне запомнилось. Это самое страшное, наверное, было. Насколько те же люди, которые более молодой, начинают угнетать более старше, более слабого. То есть, когда ты... То есть, у них нету... Как джунгли, кто сильнее? Нету старше, младше. Нету ни брата, ни свата. Нету ни понятия, что это чей-то отец. Что... Слабый, сильный, то есть вот моменты только. Эти законы работают. Естественно, вот этот момент мне запомнился. Ну и, конечно, запомнился этот побег, наверное, такой самый из моих побегов был, наверное, классический, такой бесхлопотный. Потому что вся работа была сделана друзьями, так это на уровне подготовлены документы, за мной приехал конвой. Это как раз в этом помог и Жахар, и Яндарбиев. Ну, все мои друзья в этом помогали. Саид Хасан. В курсе там еще, в общем, друзья, которые уже дома в это время уже были у власти и уже, скажем, собирали всех своих друзей, сподвижников. И вот они туда, приехал ко мне конвой, представили документы, и так красиво меня забрали. Aşağıda. Gel sen de. Сыр зеленым цветом ислам, для мусульман это зеленый цвет. Здесь у меня красным цветом, это я решил обозначить нацию, то есть то, что строится на крови. Для нации цементом является кровь, поэтому красного цвета.
И третья сила – это власть. Я ее оставил белого цвета. Белый цвет – цвет чистоты. Но эти три треугольника, или, скажем, форма гор, это есть три силы. На чешском «лам» – гора, то есть, когда говорим как «лам», то есть, как гора – сила, то есть, сила подразумевается «лам». Вот видите, вот здесь тоже эти три силы, ну вот эти три, скажем, лам, или гор, или пирамиды, то есть обозначают три силы. И они вместе, вот три треугольника, складываются, получается, девятиконечная звезда. То есть девять, скажем, выстраиваются сразу, показывают, что девятикратно увеличивается эта сила. Я здесь как раз как девять гор обозначил, лам. То есть по-чеченски 9 – это есть ИС. ИС – лам. И ислам – 9, мы знаем, что в исламе это есть завершенность. Ну, даже вот цифру мы берем до 9, а свыше уже повторяются, в принципе, цифры. От 0 до 9 – это есть уже законченность. А лам – лам – это сила. Именно чеченцы как лам, то есть как гора, значит, это сила подразумевается. И лам в Коране объясняется лам, то есть Всевышний создал горы на этой земле, чтобы создать равновесие, чтобы земля, вращаясь вокруг своей оси и по орбите, то есть для равновесия. Это же принцип, и среди народа тоже этот же принцип должен работать. Вот как раз мы стоим на месте, где будет построен город. Вот здесь находятся три деревни. Одна деревня вот напротив, это есть Цасан-Юр. С этой стороны наш, вот так вот находится Гелдеген. И вот третья сторона, третий аул, это есть Автуры. Город именно планируется почему здесь, потому что на стыке как раз эта земля находится, это поле широко находится как раз на стыке трех этих деревень. Новгородный, айлар бог. Цикар ваш,
Okay, let's get back to the to the Silk Road. Yes, the Silk Road, Europe, Caucasus, Central Asia, China, Paris, Shanghai. So this is the Eurasian corridor, goes below Russia, but it also goes above Turkey and above Iran. But it goes through Caucasus, through, and the heart of Caucasus is Chechnya. Mr. Nuhayev challenged this concept developed by Brussels, saying that this route is isolating Chechnya and the Caucasus. So he proposed that simultaneously with the East-West Silk, New Silk Route for 21st century, it is necessary in the program of Caucasian Common Market to develop the North-South connection. And North-South, meaning from Grozny in Chechnya to Tbilisi, and from Tbilisi there are two routes, to Turkey and to Seyhan-Yomurtalik, and through Armenia and Tehran to Persian Gulf. Once we have the connection, Grozny-Tbilisi railway, yes? Connection, it will be the same route of the Baku-Tbilisi, Supsa and Baku-Tbilisi to Seyhan-Yomurtalik. And then the Tengiz fields, which is all now by Chevron and Mobil, will have an access to the Mediterranean. So what Russia was trying to achieve for the last 200 years with the military means and the army to have access to the Mediterranean and to the Persian Gulf can be achieved peacefully through the regional common market with Chechen initiative facilitating the North-South integration. Now, you want one of those cars for whom? Now, look, what I'm saying is there are 10 people landing, the president, Mr. Noukhaev, his wife, security man, and TV crew with the president and president's son. And then we can use the Toyota for the security man and so on. Thank you.
Bu neler? Это уже началось без конференции. Maybe you could tell the president where we are, what part of London is. Where is the middle of the city? Мы находимся в сердце сити лондонского, финансового дистрикта, финансовый штаб-квартиры всего мира. But there's no famous landmark you can see from here, unfortunately. From the top, значит, с верхнего этажа будет видно весь Лондон. А здесь это само здание, главное финансовое здание. 38 этажей, да? Да. На 38 этаже ГУТС, а Пен Мадович. И вот ты по всему проходите, а Шанина, Региал, Шелхаз. Правительство эти на периоды. В принципе, начало Юли Лаха. Я думаю, что начало есть. The most important thing that we are starting, we are making our first step, and the rest we'll see, inshallah. And we are fully optimistic about the good results of this work which starts today. Inshallah. The publisher seems quite terrified of meeting Khozh. I think I've built up one side maybe more than the other. So what do you advise? No, I'm joking. It's not really. No. They have a pretty balanced picture. Издательство подготовлено они так, что они все уже в нервах, расстроены, встречаются с человеком, который руководит всем миром. I want to open. Почему расстроены тогда? Не знаю, что ожидали, так себя вести. I want to open the book though with the story of the grandmother going back to the saint up the mountains, and the story of the wolf. I think it's a great opening, a short opening. Yeah, and you tell them if they don't sell 100,000 the first 2 weeks, we blow up the building. Надо им сказать, если тираж 100 тысяч экземпляров книг не будет ними продан первую неделю. Хорошо, сейчас сделаем. Это сегодняшний Times. Sunday Times, да? Начальник штаба. Жена Имрана. Здесь Лёда Магальпина. И Стачер. Здесь название «Прием». Корола на освоенной границе. А там в конце заканчивается это, не знаю, что согласно старинной легенде, Англия и Чечня один день будут иметь одного короля. Вы не знаете, чеченского или английского? Правильно? Хорошо. Так, по графику сейчас. У нас до середины следующей недели мы здесь, потом в Париж, Брюссель. И подготовкой визита в Риме у римского папы. Римского папы Иоанна Павла II.
на Ватикан. Там Израиль после, да? كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دقيقة حدا أنا خير إيش خلاص هيك بس والله ميت سو شو راح يريز ما بيستل ما دار
когда собака волк приходит, хозяин взял ее, привязал на цепь, а волк ему спрашивает, ты чего привязал? Да меня вот так держит. А, не хочу я, говорит, я лучше спокойно пойду, говорит, и ушел. Так ему и сейчас. Пусть нам трудность будет, но, слава Богу, мы очень довольны своей жизнью. Слава Богу. Хоть пускай будет один день, хоть будет один год. Лучше петухом умреть, чем курицей.